что вы пришли сегодня на вечер. Мне было так приятно, что много знакомых, любимых лиц. И, а когда на сцене, почти все уже мои ученики. Поэтому это было мне все очень дорого, приятно. Я обожаю, что я родилась в этом городе. Я люблю очень свой театр, свою консерваторию. Конечно же, я обожаю свою семью и своих собак. Да, да, да. Всю жизнь мы с мужем живем с собаками обязательно. И это нас как-то, понимаете, очень радует. Очень, когда въезжаешь и чувствуешь, они ждут. Ждут, когда мы их поцелуем, когда начнутся эти целования, эта любовь. Это удивительно. Просто удивительно. Желаю, чтобы у всех у вас тоже были собаки. Они всегда благодарны, они всегда любимые, они всегда помогают, они помогают жить, они помогают вообще во всем. Поэтому, ну вот, ну и, конечно, моя семья, это мой муж, замечательный, выдающийся режиссер, который тоже посвятил Петербургу. Моя дочь, Леночка Трудосинская, великолепная совершенно концертмейстер, помогает мне всю жизнь. Моя внучка, у меня есть даже правнучка. Ну, еще года нет, но это такое очарование. Я всегда-всегда бегу, если у меня есть какая-то минутка, я бегу, чтобы на нее посмотреть, это очарование. Я обожаю жизнь, я обожаю свою сестру, я обожаю своих студентов. Мне так приятно всегда всех видеть, поздравить, поцеловать. И чем помочь, чем могу, я всегда помогаю. Спасибо вам всем за то, что пришли. Браво!